Здравствуйте, дорогие друзья! Компания в Спорте.ру приглашает вас на поединок 17-го тура высшего дивизиона, который начнется буквально с минуты на минуту. И здесь, в этот прекрасный воскресный вечер, на Флотской сразятся Аэрофлот и Динамо. Наверное, это одна из центральных игр тура, всему виной календарь, который построен был таким образом, что лидеры турнира в этот игровой уикенд не играют между собой, и поэтому команды, которые на данный момент располагаются на 6-м и 7-м месте, соответственно, сегодня сразятся между собой, и эта встреча приковывает наше всеобщее внимание. Безусловно, динамовцы, которые входят в число топ-коллективов Севера, считаются несомненным фаворитом этого противостояния, но Аэрофлот, который набрал достаточно неплохой ход по ходу, уж простите мне такую тавтологию этого сезона, уверен, сегодня постарается дать бой своему более именитому сопернику, тем более, что исторические матчи против динамовцев для летчиков складываются не очень удачно, но обо всем об этом поговорим, наверное, уже по ходу сегодняшней трансляции. Главный арбитр встречи Алексей Копылов уже дал свисток, возвещающий о старте этого поединка. И давайте быстренько пробежимся по стартовым расстановкам сегодняшних соперников. У нас первый опасный момент сразу же возникает у ворот Максима Глейкина и с капитана летчиков. Давайте и начнем представление играющих команд. Максим Глейкин, капитан и вратарь Аэрофлота номер один в центре обороны. У кислотных сегодня играют Шамиль Муалатов, 24-й, по краям обороны справа Игорь Чикин, 21-й, слева Владимир Крохин, 3-й, Сергей Шудров, 14-й, в центре полузащиты, справа в полузащите Антон Савченко, номер 8-й, слева Евгений Кулаков, 9-й, на острие атаки Альберт Шиц, номер 10. Динамовцы в следующем сочетании сегодняшнюю встречу начинают. В воротах Александр Дементьев, в центре обороны Илья Чижиков, 6-й, слева Кирилл Сумароков, 13-й, справа Кирилл Орлов, 18-й, капитан команды Андрей Тыняный, 17-й, в центре поля расположился, слева в полузащите Роман Дроздов, 11-й, справа Виктор Борзык, 20-й, на острие Папин Казарян, номер 7-й. О тех игроках, которые сейчас на скамейке запасных располагаются, давайте чуть попозже поговорим. Игра с первых же минут пошла достаточно при хороших скоростях, и уже достаточно скоро первое повреждение получает один из игроков в бело-голубой форме, да, понятное дело, что зимний комплект экипировки, он немножко в других цветовых гаммах у динамовцев сделан, но мы все прекрасно понимаем, что если Динамо, то это бело-голубые, так что уж такое мне сравнение простите и примите за аксиому, что ли. Аэрофлот в своей кислотной зимней форме играет, несколько комплектов, в том числе и зимней экипировки у профсоюза Аэрофлота, вот эта вот кислотная, вторая такая красно-черная, есть, понятное дело, и тех, и у других, и летние варианты формы, но сейчас в Москве достаточно прохладно, где-то плюс-минус ноль, но хочу сказать, что газон для февраля месяца очень достаточно в хорошем состоянии, понятное дело, что есть некоторые места на поле, где можно немножко так проскользить, но в целом достаточно хорошего качества, понятное дело, не сравнить с стадионом в парке «Дружба». Здесь дальний удар, добивание последует, но на месте Максим Глейкин. Отразил он выстрел Папина Казаряна, по-моему, с дальней дистанции. Затем справился и с ударом Андрея Тынянова. Ну а продолжая тему газона, да, понятное дело, что стадион в парке «Дружба», где есть подогрев, он более мягкий, он более сейчас приспособлен, что ли, для зимнего футбола, но и здесь на Флотской вполне можно выдать прекрасный перформанс. Вот, например, смена и Гепардс, игравшие только что, не дадут соврать. Так сразу же кинул я мостик к другим играм игрового уикенда. Вот самое интересное, на данный момент поединок закончился минимальной победой Гепардов. Причем, что интересно, минутик 20-й смена вела 3-0. Едва ли могло показаться кому-то, что дело завершится сумасшедшим камбэком, а в итоге к
Коллектив Дмитрия Гитбендера выиграл со счетом 7-6, причем сам капитан на последних минутах реализовал 10-метровый и принес своей команде победу. Давайте до конца все-таки пробежимся по главным действующим лицам этого противостояния. Посмотрим за этой атакой сначала, а затем вернемся к обсуждению протоколов. Итак, у Аэрофлота сегодня в заявке и появится по ходу встречи Александр Овешников, номер 7, Артем Соболев, 22, Владилен Александров, 34, Марсель Булюкулов, 19 и Роман Круглов, номер 5. У Динамо замен, возможно, их поменьше. Евгений Корнилов, 3, Антон Епихин, 25 и Сергей Юрьев, 79. Но динамовцы в целом привыкли, да, вот играть такой ограниченный, что ли, обоймой, рассчитывать в основном на игроков, которые в стартовом составе выходят, а игроки, которые появляются со скамейки запасных, должны усилять ее и не только таким образом давать передохнуть тем футболистам, которые отправляются на замену, но в любом случае, да, мы прекрасно понимаем, что главная ударная сила динамовцев — это вот эта вот четверка нападения, назовем ее так, пусть и трое из них располагаются скорее в линии полузащиты, а роль Андрея Тынянова как игрока центра поля вообще связующая. Но понятное дело, что главная угроза — это Папин Казарян, ну и Роман Дроздов, Андрей Тынян и Виктор Борзых. Это именно те, кто будут генерировать главную остроту у ворот Максима Глейкина. Хотя, опять-таки, не будем сбрасывать со счетов и Кирилла Орлова, например, футболиста, который не так часто забивает, но зато голевые передачи раздает регулярно, особенно если дело касается стандартных положений. Пока, понятное дело, в начале поединка, пока идет борьба за инициативу, динамовцы выглядят чуть понацеленнее на ворота, как бы подтверждая свой предматчевый статус фаворита, но пока реальных таких угроз 100% создано не было. Было несколько интересных подходов. Вот, например, сейчас Сумароков неплохо пробивал с левой ноги, подключившись к атаке, но настоящих чудес пока Глейкину совершать не приходилось. Главного арбитра встречи Алексея Копылова я вам уже представил. Помогает ему на бровке резервный рефери Ренат Салимов. Ну и ваш комментатор на ближайший час Никита Лаврентьев. Теперь, когда со всеми традиционными предматчевыми ритуалами мы покончили, можно полностью отрядить свое внимание происходящему на газоне. Пока там, повторюсь, да, динамовцы пытаются завладеть территориальным преимуществом. В целом Аэрофлот и не особо противится такому развитию событий, но при этом, конечно, на свою половину поля всем составом садиться не собираются. Вот и высокий прессинг, тут Чижиков под него попал, отдает Сумарокову, разворачивает Кирилл через Орлова обратно на Дементьева. Вот контроль мяча, да, пытаются установить динамовцы, приспособиться окончательно к сложному покрытию. Я сказал о том, что оно идеально, наверное, для февраля месяца, но, тем не менее, все равно какое-то время на то, чтобы привыкнуть к нему, потребуется. Ну и вообще, то, что матч проходит здесь, на Флотской, это, безусловно, плюс для бело-голубых. Тренерский штаб во главе с Антоном Тимофеевым уже не раз акцентировали свое внимание, что его команде удобно играть именно здесь домашние матчи. И поэтому этот поединок, в том числе этого тура, проходит и на Флотской. Здесь сумасшедший момент у ворот Глейкина. И в итоге спасает свою команду голкипер. Затем еще и падение в штрафной, но арбитр уверенно предлагает упавшему футболисту подниматься с газона. Еще одно падение. Здесь у нас страсти постепенно закипают. И в итоге фиксирует нарушение правил рефери. Опаснейший момент. И Глейкин, который сейчас попадает в объективы наших камер, сотворил настоящее чудо. Там каким-то невообразимым попросту образом спас он свою команду от неминуемого гола. Казалось, уже в пустые ворота, да, там заносят динамовцы мяч. Но нет, отсрочили первое взятие ворот оборонительные редуты профсоюза Аэрофлота. И у нас по-прежнему к 9-й минуте счет не открыт, 0-0. Но уже реальный шанс первый в сегодняшнем матче динамовцы упустили. Затем, правда, да, еще и претендовали на 10-метровый. Я, наверное, без повтора
не буду выносить вердикт, было ли там нарушение правил или нет, а у нас первая желтая карточка на 9-й минуте. Альберт Шит за грубую игру ее получает. Сорвал он атаку соперника на бровке и незамедлительно, к слову, горчичник в руках у Копылова появился. Ну и вот и пошли, да, претензии к рефери. Половин Казарян сейчас недоволен тем, что нарушение правил не было зафиксировано в этом эпизоде. Предполагаю, что борьбы сегодня будет много, особенно если андердогу удастся сохранить свои ворота в неприкосновенности. Ну а если Аэрофлот еще и забьет первым, так это вообще будет красота для нейтрального зрителя. Понятное дело, что если у Динамо пойдет, то здесь будет очень тяжело летчикам что-то противопоставить бело-голубым, как, например, в поединке первого круга, когда подопечные Антона Тимофеева выиграли крупно 5-0. Да и вообще, вот возвращаясь к истории противостояний, я немножко так уже успел вскользь упомянуть, что для Аэрофлота крайне тяжело складываются матчи в высшем дивизионе против динамовцев. Но вот просто задумайтесь над этими цифрами. Ни одного набранного очка, более того, ни одного забитого мяча в активе у Аэрофлота в играх против Динамо. 5-0 в матче первого круга в этом году и дважды по 1-0 в прошлогоднем первенстве, когда динамовцы закончили на пьедестале, а Аэрофлот проводил свой дебютный сезон в высшей лиге. Но, к слову сказать, в том году Аэрофлот в целом выступил достаточно неплохо и по итогам сезона 18-19 сумел пробиться в Еврокубке сразу же с места в карьер, заняв итоговое 6-е место. Да, там выступить удачно в этом уже сезоне, к сожалению, летчикам не удалось. Они заняли 3-е место в своем квартете в Кубке ЛФЛ. Там борьба, на самом деле, до последнего тура развивалась. Но вот все неудачно в итоге для Аэрофлота сложилось. На самом деле, ключевым стал поединок с ЦДН в 5-м туре группового этапа, который я для вас, помню, комментировал. Тогда проиграли на самых последних мгновениях подопечные Игоря Кривошеева. И в итоге все закончилось тем, что не только от матча Аэрофлота с чемпионатом зависела судьба летчиков в последний игровой уикенд, и там все сложилось для них как нельзя хуже, и в итоге матч против чемпионата уже ничего не решал, и Аэрофлот к тому же его еще и проиграл. Что касается динамовцев, то, сумев выиграть медали в прошлом году, коллектив Антона Тимофеева пробился в Лигу Чемпионов, но там также занял 3-е место, как и Аэрофлот. Вот только 3-е место в ЛЧ позволяет в весенней стадии продолжить выступление в Кубке ЛФЛ. И здесь динамовцам совсем скоро, уже через пару недель, предстоит начать плей-офф поединком против Трансконтейнера, который свою группу, правда, в Кубке ЛФЛ, да, выиграл. Там по дополнительным показателям сумели они футбольный клуб «Сфера» опередить. Но динамовцы, понятное дело, рассчитывают как можно дальше по турнирной сетке пробиться, потому как нынешний внутренний чемпионат не самым лучшим образом складывается для бело-голубых. Всего лишь на 6-м месте в турнирной таблице располагаются динамовцы и имеют в активе ровно столько же очков, сколько их сегодняшний оппонент. Да, понятное дело, что на матч больше летчики сыграли, и у динамовцев эта игра еще в запасе, но, тем не менее, отрыв от лидирующих команд, он достаточно велик, и учитывая, что все
что все конкуренты в борьбе за место под солнцем победы в этом туре одержали, а кто-то даже и под разгромным счетам. Понятное дело, нивелировать их будет очень и очень тяжело. Ну а здесь главный арбитр встречи назначает 10-метровый. Нарушение правил штрафной всегда карается подобным методом. И я так понимаю, что Папин Казарян будет пробивать с 10-метровой отметки. Удар! И разводят голкипера и мяч главный форвард динамовцев по разным углам. И счет на 15-й минуте наконец-то у нас открыт. 1-0. Папин Казарян забивает первый гол в этом противостоянии. Делает это при помощи стандарта. Но в целом, наверное, резюмируя события стартового часа игры, динамовцы выигрывают абсолютно по делу. Достаточно хороший темп они предложили сопернику. И да, Аэрофлот не стушевался и в целом выглядел неплохо, но остроту достаточно постоянно, что ли, бело-голубые старались генерировать, да, на чужой половине поля. Помним мы эпизод, когда Глейкин выручил откровенно свою команду в безнадежной, казалось бы, ситуации. Там было потом в итоге еще падение в штрафной, которое не завершилось назначением пенальти. Опять-таки, я не буду сейчас давать характеристику решению арбитра, потому что до конца не уверен, а здесь ответный момент, и Дементьев вовремя выходит из ворот и спасает свою команду от пропущенного второго гола. И сразу же ответная контратака полетела, да. Старая футбольная поговорка, не забиваешь ты, забивают тебе, могла сейчас, да, сработать, но не пустили Папина Казаряна к мячу. По-моему, это Шамиль Умалатов был, если не ошибаюсь. Вот когда все в шапочках, так в шарфиках, достаточно тяжело понять, кто есть кто, даже... Несмотря на то, что футболистов мы достаточно хорошо всех знаем, выступающих в высшем дивизионе, и отсутствие больших игровых номеров на спинах не является такой действительной, что ли, проблемой, но порой все-таки небольшие проблемы с идентифицированием игроков все-таки возникают. Ну, здесь Тыняна сейчас нарушает правила в центре поля, подсек он своего оппонента и штрафной. Зарабатывают номинальные гости. С этой точки, конечно, угрожать можно воротам Александра Дементьева. Тут выстраивают стеночку всего лишь из двух, правда, футболистов. Но заодно и Илью Чижикова на штангу туда отправляет. Ну, посмотрим, как в итоге этот штрафной разыграют футболисты Аэрофлота. Удар! По-моему, там даже до Дементьева мяч не дошел. Сумароков выбивает его из своей штрафной. В итоге даже углового не будет. Дементьев вышел из ворота и мяч в игре оставил. Моментально отправляя снаряд налево на Сумарокова. Казарян, Тыняный. Это уже и Сергей Юрьев, да, со скамейки запасных у нас на поле появился. Не знаю, первое ли это его действие в сегодняшнем матче. Уж очень увлекся я происходящим на поле, что не сразу заметил, что перестановки произошли. Вот сейчас они, к слову, вы это не увидите по нашей картинке. Происходит у летчиков. Там замена произошла. В следующей паузе попробуем разобраться, кто на поле появился. Ну а пока угловой. Это Динамо, и опасно, да, получается, там Орлов на ближнюю навесил, и в итоге мяч чуть выше перекладины прошел. Разыгрывает Глейкин с ближним, не выбивает мяч вперед футболисты Аэрофлота. Стараются через пас выйти со своей половины поля, но в итоге
столкнувшись такие с высоким прессингом, вперед, да, выбивает Глейкин. Здесь удастся зацепиться за мяч, но лишь аут. Причем, более того, у бело-голубых мяч окажется, потому что это форвард выбил его за боковую линию, стараясь хоть как-то осложнить жизнь оппоненту. Роздов. Не удалось мяч отобрать. Прессингует Юрьев, но Чикин без каких-то проблем выбирается из непростой ситуации. И в итоге даже верно чуть было атаку не развернули кислотные. Но здесь Сумароков, да, насколько я понимаю, поставил корпус и не пустил оппонента к мячу, позволив снаряду выйти за пределы поля. Аэрофлот, к слову, пропустив, отреагировал грамотно и не только чуть отодвинул игру от своих ворот, а, возможно, даже и где-то выровнял ее. Сейчас уже о каком-то безоговорочном преимуществе бело-голубых говорить не приходится. Здорово здесь сейчас раскидали Роман Дроздов. В итоге атака завершилась прострелом с левого фланга. Очень неплохо. Могло быть достаточно опасно, если бы кто-то из игроков в кислотной форме там сумел бы подставить ногу в чужой штрафной. Это Чижиков ошибается. Удар в ближний угол. И Дементьев спасает свою команду. Неудачно Чижиков мяч выбил, который ему из-за боковой там сбрасывали в итоге. И уже не первый такой, да, момент создают номинальные гости за последние минут 5-6. Сразу после пропущенного гола, опять-таки возвращаясь к тому, как сумели кислотные отреагировать на вот эту вот неудачу с назначением пенальти и забитым голом Попина Казаряна. Навес. Дементьев здесь вроде бы все контролировал, но все равно достаточно нервно все это выглядело. В итоге отворот. Чижиков. Играет центр. Орлов под прессингом, но выбирается из-под него. Мароков. Тыняный. Продлевает полет. И вот он момент может возникнуть. Удар с левой ноги. Это Роман Дроздов был. Неплохо по геометрии было разыграно. Посмотрим, чем же ответит Аэрофлот. Быстро разыгрывают мяч летчики. И останется мяч в игре? Нет. Чуть сильнее получилась передача. И там набирал ход Игорь Чикин. Но тяжело, тяжело ему было на скользком газоне все-таки оставить мяч в игре и поддержать таким образом атаку своей команды. А вот все началось с хорошей диагонали Максима Глейкина. Чикин надежен. Скидывает мяч назад на Глейкина. Неплохо. Еще одна атака кислотная заканчивается отбором в подкате. Тыняный катит направо. Юрьев, это, наверное, удар все-таки был, либо очень не получившийся навес фланга. Хороший футбол, темповый такой, да, мы с вами наблюдаем. Под конец тайма число ошибок возросло. Возможно, возросло желание Аэрофлота играть в атаку. И такая игра от ножа на встречных курсах, она все-таки чревата вот такими встречными атаками соперников. Вот уже даже Илья Чижиков, центральный защитник, пошел вперед и, похоже, не планирует возвращаться в оборону. Но здесь готовы его партнера подстраховать. Слово, один из них это Юрьев, но Чижиков все-таки вот вернулся пониже и помогает там Сумарокову с Юрьевым атаку позиционную до логичного завершения, до удара по воротам
завершить в этот раз не удалось, но мяч у соперника они отобрали, а то Аэрофлот все ближе и ближе к голу подбирался. Там, конечно, Дементьев свою команду выручил, да, и сохранил нолик напротив названия команды соперника на табло, потому как моменты были у летчиков, и, возможно, еще до завершения первой половины мы еще что-то увидим, 6 минут даже, чуть меньше, да, осталось у нас до конца стартовой 30-минутки. Отличную игру мы с вами наблюдаем, возможно, я даже повторяюсь, но хочется раз за разом это повторять, потому как действительно классный матч на хороших скоростях, с обилием голевых моментов, и даже гол, который забил коллектив Антона Тимофеева, он, конечно, немножко подогрел интригу этого матча. Аэрофлот сразу же продемонстрировал, что весь матч отсиживаться в обороне он не собирается. Он и до этого-то не особо сидел сзади автобусом, да, чуть больше уделяя времени защите. Но вот теперь вообще идет вперед большими силами. Еще один момент. И вновь вступает в игру Александр Дементьев. Выручает он свою команду в ближнем бою. И переводит мяч на угловой. Подача. Удар. Не дойдет мяч до голкипера. Теперь нужно назад возвращаться. Не пойдет длинная передача от Чижикова. Успокоил темп немножко центральный защитник динамовцев. Чижиков заряжает свою пушку с дальней дистанции, как он любит, но не подготовил удар. В итоге он не точно получился. 4 минуты у нас остается до завершения первой половины этого матча. Орлов. Потери завершаются. Атака. Ну, здесь будет отворот, да? Никуда спешить, конечно же, динамовцы не будут. Возможно, уже оба коллектива мыслями на перерыве обсудить, готовы они дальнейшее развитие событий, как играть и одним, и другим. Здесь мяч останется у динамовцев. Резервный рефери показывает, что последним коснулся мяча футболист в салатовой форме. Вот еще один момент может возникнуть. И 2-0 становится счет. Папин Казарян делает дубль незадолго до окончания первой половины. Воспользуется он скидкой партнера, вошел в штрафную и аккуратно так покатил в левый от себя и правый от голкипера угол. 2-0. Динамовцы удваивают перевес. И это, конечно, не совсем такой классический гол в раздевалку, но коль уж я так немножко завел разговор о том, что команда уже наверняка подумывает о том, как играть во втором тайме. Вот этот гол, он, конечно, кардинальным образом меняет ситуацию на поле, потому как один мяч, который есть в активе у фаворита, это одно дело. Когда он ведет в два гола, здесь уже на какой-то такой шальной гол рассчитывать нельзя, потому как его попросту не хватит для достижения результата. Ну а мы, конечно же, опять-таки вспоминаем, что в матчах с динамовцами Аэрофлот вообще пока ни разу не забивал. И это, конечно, может стать определенной проблемой для летчиков. Здесь нужно забивать уже как минимум дважды и при этом не пропускать. Глейкин далеко вперед выбивает мяч, но Андрей Тыняный выигрывает верховое единоборство. Смороков. Чижиков.
Вновь ошибается Илья Чижиков. Вот он момент. И забивает Аэрофлот. Под ногой, да, пропустил мяч Илья Чижиков. Возможно, чуть неточной была и передача Кирилла Сумарокова. Ну, а автором первого гола Аэрофлота в этом матче становится Марсель Булякулов. Именно он подобрал так снаряд на поступах штрафной и пробил, на самом деле, не берущимся способом для Дементьева, но должен же быть какой-то лимит, да, у голкипера на спасение, потому что когда твои партнеры раз за разом позволяют вот так вот атаковать из выгоднейших позиций, конечно, всегда спасать свою команду невозможно. А сейчас динамовцы очень неплохой ответ соорудили и вполне могли вновь увеличить отрыв до двух мячей, но совсем чуть-чуть не хватило, чтобы завершить эту геометрическую красивую атаку забитым голом. Ну и все, в первом тайме ничего, главный арбитр встречи командам не компенсировала. Давайте отдохнем минутку-другую, а затем вернемся на стадион на Флотской улице. Подходит к концу перерыв в матче 17-го тура высшего дивизиона, в котором отношения выясняют «Динамо» и «Аэрофлот». После стартовых 30 минут игры впереди подопечный Антона Тимофеева. 2-1 на дубль Бабина Казаряна. Летчики ответили одним пока голом Марселя Булякулова. Это означает, что во втором тайме нас ждет по-прежнему такое же интересное противостояние, как и в первой половине. Вот если вдруг вы пропустили первые 30 минут этого матча, то можете потом в повторе их посмотреть. Отличный темп задали оба соперника. Да, динамовцы, конечно, большую часть времени, что называется, заправляли балом. Особенно это было хорошо видно до первого гола Казаряна с пенальти, который тот на 15-й минуте провел. Но затем, пропустив, летчики не только отодвинули игру от своих ворот и даже постепенно начали создавать реальную остроту у владений Александра Дементьева, но тот пропустил лишь в концовке первого тайма, уже после того, как Казарян дубль оформил. Счет 2-1, наверное, по сумме всего происходящего в первом тайме выглядит абсолютно закономерным результатом. Ну а мы продолжаем наблюдать за этим поединком. Аэрофлот в атаке, даже достаточно большим количеством, да, летчики атакуют на своей половине поля. Вот только Владимир Крохин оказался. В итоге вот приходится здесь и Владилена Александрова, к слову, начинавшего матч на скамейке запасных, подключать к владению. Глекин вперед выбивает. И здесь здорово в отборе было сыграно. Здесь Борзых вот, подвело его скользкое покрытие. Говорили мы о том, что газон для февраля месяца, наверное, идеальный. Но вот все-таки от таких падений никто не застрахован. Далеко пробросил мяч Виктор Борзых. В итоге пришлось ему его догонять. И в итоге мяч потерял. Казарян здесь бьет с разворота. Тыняны на подборе. Бить ему сразу неудобно. Подстраивался. В итоге пас назад чуть отдал. Орлов. Еще момент. Здесь летчики разряжают обстановку. Чижиков единственный потенциальный владелец на половине поля динамовцев у этого мяча. Динамо с первых минут мощный спурт устраивает и стремятся вновь увеличить разрыв в счете до двух мячей бело-голубые. Ставка на быстрый гол, да? Так, наверное, можно охарактеризовать тактику бело-голубых во втором тайме. Знаете, незадолго до того, как Казарян второй мяч забил, я начал немножко так вскользь упоминать о том, что команды уже готовятся к перерыву. И когда забили бело-голубые, я сказал, что это, возможно, гол в раздевалку. Но на самом деле, наоборот, поведя в два мяча, получилось все с точностью, ну, как любят говорить американцы, vice versa, да? Потому как именно бело-голубые чуть-чуть расслабились перед перерывом. И в итоге дело завершилось тем, что Чижиков с Сумароковым там мяч подарили Марселю Булякулову. И тот-то уже попросту расстреливал Дементьева с близкого расстояния, в очередной раз выручить свою команду
Голкипер бело-голубых не сумел. Так, в хорошем темпе. Стартовые минуты второй половины прошли. Небольшая пауза, связанная с тем, что Дементьев готовится вести мяч в игру. Далеко вперед выбивает. Здесь, конечно, Казаряну достаточно тяжело бороться с фактурными и высокими защитниками Аэрофлота. В первую очередь, конечно же, касается Малатова с Владиленом Александровым. Конечно, Чикин где-то поближе, да, к Казаряну. Если мы будем сравнивать их по антропометрическим данным. Барсаех отобрал мяч у Кулакова и откинул назад. Казарян пытался грудью оставить мяч Тынянову, не получилось. Здесь комбинирует Савченко, к слову, был один из новичков, да, Аэрофлота. Удалось перекинуться парой слов перед началом этого поединка с капитаном летчиков. И успел он сказать, что с Антоном Савченко успел он поиграть в свое время и не в ЛФЛ. Но что самое интересное, да, перебрался он в состав Кислотных из футбольного клуба Чемпионат, с которым Аэрофлот играл в Кубке ЛФЛ. Там он, правда, в этом году не так много игр провел, но зато в прошлом году также поучаствовал в свершениях этого коллектива на юго-западе. Ну вот суммарно матчей 20-30, может быть, за неполный сезон он отыграл. И в итоге присоединился к футбольному клубу Аэрофлот, за который уже второй матч проводит. В первой игре удалось ему отметиться голевой передачей. Но в этой игре голевого паса ни у кого из футболистов Аэрофлота быть не может по определению, потому как Булекулов мяч у соперника отобрал и все сделал в одиночку. Пока что штрафной в центре поля назначает рефери, и Аэрофлот готовится его разыграть. Разыгрывает с ближним. И дальний удар, Дементьев на месте. Это как раз-таки Антон Савченко вроде бы пробивал. Здесь, если я кого-то из игроков Аэрофлота перепутаю, прошу меня простить. Все-таки, если динамовцы достаточно такой, как я уже говорил в начале трансляции, ограниченные обоймы, что ли, играют, то Аэрофлот достаточно часто выходит на трансферный рынок. Да и все-таки внимание медиапространство Северной Лиги к Аэрофлоту чуть меньше, чем к их сегодняшнему сопернику. Все-таки это связано с тем, что пока не входят в когорту топ-коллективов Севера летчики, но на пути, что называется, к этому. А сейчас Кирилл Сумароков после углового пробивал. Вот так вот, наверное, самый низкорослый футболист в составе бело-голубых. А вот посмотрите, как здорово на оперативный простор защитник номинальных хозяев выбрался и пробивал-то акцентированно в дальний угол, а чуть-чуть совсем не попал. Чижиков получает мяч от Орлова. Заряжает вперед и сразу же понимает, что передача не удалась. И словно как оберег вот недовольство своего капитана, произносит воздух: зачем же я это сделал. Глейкин неплохо здесь на замахе убрал нападающего и в итоге низом начинает атаку своей команды. В итоге, правда, все равно приходится останавливаться и разворачивать наступление на фланг. Вертикально максимально не удается пока летчикам атаковать на ворот соперника. Вот сейчас есть свободная зона. Сумароков мчится на всех парах, стараясь закрыть возможность для атаки. Ну, а к слову, Кирилл Сумароков-то уже сначала
Тайма, насколько я понимаю, действует в линии полузащиты после того, как Евгений Корнилов появился на поле. Поэтому линия обороны у динамосов сейчас это Корнилов, Чижиков, Орлов. Да, поэтому, вот, возможно, такое недопонимание в итоге в том эпизоде и возникло. Таняный навес! И в перекладину мяч попадает. Откровенно везет сейчас Аэрофлоту. Разыграли неплохо бело-голубые. Сумароков на Таняного. Тот навешивал в центр. И Казарян, да, там был близок к хитрику в этом эпизоде. Но удар в перекладину пришелся. А теперь ответ Аэрофлота. И неточная передача. Евгений Кулаков сейчас претензии предъявляет своему партнеру. Недопонимание привело к тому, что очередной раз атаку даже до удара не довели. А это уже Илья Чижиков в излюбленной такой, да, манере подключился к наступлению и пробил со своей левой ноги. Но его удару не хватило в этом эпизоде точности. У нас тем временем... Заключительная 20-минутка эта встреча совсем скоро начнется. Уже и Максим Клейкин начинает подбадривать своих партнеров, призывая их поактивнее действовать на чужой половине поля. Тыняный корпусом оттесняет от мяча оппонента. Без нарушения правил Орлов. Мароков, Орлов. Хорошая вертикальная передача. И совсем чуть-чуть в темп не удалось попасть. Но опять-таки, возможно, скользкий газон немножко так помешал. Чижиков. Быстро себе динамовцы мяч возвращают. Вот во втором тайме преимущество бело-голубых все-таки не поддается никакому сомнению. Как в самом начале второй половины устроили, они такой... Достаточно серьезный спорт. Вот так и держит по-прежнему нити игры в своих руках. Но опять-таки преимущество только в один гол пока на табло. Так что любая контратака, любой рикошет, он может в итоге привести к серьезным неприятностям для команды Антона Тимофеева. Для того, чтобы поспокойнее себя чувствовать, нужно, конечно, второй гол забивать. Моменты для этого есть. Но Максим Клейкин надежен на ленточке. Там, где и он не может выручить свою команду, на помощь приходит, ну, хотелось бы сказать, подруга штанга. Но на самом деле в этом конкретном эпизоде, про который мы говорим, подруга перекладина, да? Именно она приняла на себя удар минутами ранее. Неплохо. Это Крохин, по-моему, подключается... к наступлению. Извиняется он перед партнерами, что не сумел точную передачу отдать. Да, это точно третий номер, Владимир Крохин. Ушел от подката, затем уже пытался как-нибудь обострить так передачу в штрафную, не получилось. Но угловой, тем не менее, тоже неплохо. Аэрофлот всей командой на чужой половине поля, и подбор останется за летчиками. Булекулов дает обратно во фланг, получает пас от партнера. Неплохо. Надо довести атаку до удара. Готовят они выстрел. Удар! 2-2! Сравнивает счет Аэрофлот. Немножко, может быть, затянули это наступление летчики. Но в итоге все завершилось точнейшим ударом в дальнюю девятку. И не мог там никак уже помочь своим партнером Александр Дементьев. На 43-й минуте счет становится равным. Насколько я понимаю, то Шамилю Малатов, да, забил футболист 15-м номером. Вот, в моем протоколе, когда стартовый состав озвучивался, у Малатова еще не было на стадионе, поэтому, возможно, небольшая неразбериха с игровой цифирью и возникла. Но, по-моему, это именно Шамиль пробивал в дальнюю девятку, подключившись на стандарт. Вот о чем мы и говорили, да? Опасность такого гола, она всегда достаточно высока. И в итоге динамосы, которые вели 2-0 и в целом, особенно во втором тайме, да, контролировали ход встречи, теперь оказались в ситуации, что им вновь
необходимо идти вперед и стараться возвращать утраченное, потому как еще одна осечка с соперником, который в число топ-коллективов Севера не входит, будет означать, ну, фактически окончательную роспись в том, что за верхние позиции в этом году бело-голубым побороться удастся едва ли. Вот несколько недель назад бело-голубые здесь, на Флотской, уже уступили Гепардс 1-2. Сейчас очень похожим сценарием развивается встреча. Правда, динамовцы забили дважды и в целом еще пока удерживают более-менее устраивающий счет на табло. Понятное дело, что ни о какой ничье, как положительном результате речь идти не может. Но хотя бы одно очко пока есть на данный момент в активе у бело-голубых. Аэрофлот-то воодушевленный, сейчас может пойти вперед большими силами. Но не думаю на самом деле, что будут рисковать подопечные Игоря Кривошеева, потому как слишком опасно, да, все это выглядит. Можно утратить и то, что уже достигнуто, да. Аэрофлот не так часто очки отбирает у команд первой шестерки. Вот сейчас есть отличная возможность это сделать и продолжить борьбу за попадание как раз-таки в число лучших коллективов Севера по итогам чемпионата. Все-таки в прошлом году шестое место было достигнуто, но тогда не было вышки Хайтека и по большей части дистанции Хайтека 2. Сейчас оба коллектива Сергея Черных представляют серьезную угрозу доминированию топ-коллективов Севера. Вот Хайтек 2 на прошлой неделе первое поражение Гефесту в сезоне нанес. Ну а основной Хайтек на третьем месте, на секундочку, располагается выше ЦДК и тех же Динамосов, например. Ну а у нас до конца встречи остается 14 минут. Возможно, что-то главный арбитр встречи командам компенсирует. Но времени все меньше и меньше, да, остается в активе у команды Антона Тимофеева, чтобы спасти эту игру и избежать очередной потери очков. На прошлой неделе в противостоянии с чемпионом Интером динамовцы, по мнению многих, провели лучшую игру в этом сезоне, но в итоге остались без набранных баллов. На последней минуте Интер вырвал победу. Ну а сейчас летит вперед коллектив в бело-голубой форме. Неточная передача. И нужно идти назад, потому что контратакует Аэрофлот. Правым флангом развивается эта атака. Подача. И автогол. 3-2. Аэрофлот выходит вперед после того, как пропустил дважды в первой половине. А Евгений Корнилов, прерывая подачу с правого фланга, отправляет мяч в свои ворота. Вот это развязка этого матча. Безусловно, крайне интересный футбол. Уже не раз я говорил в этом поединке, по ходу этого поединка, что еще ничего, во-первых, не ясно, а во-вторых, хороший темповый футбол показывают соперники. И Аэрофлот, пропустив, отреагировал максимально правильным способом и в итоге сумел, как Феникс, да, восстать из пепла и уже ведет в счете. Таняный бьет с левой ноги. Чуть-чуть точности его удара не хватает. Ну, а Аэрофлот, понятное дело, теперь уже никуда спешить не будет. И, наверное, ни один из коллективов высшего дивизиона за это их так ругать не будет.
Аэрофлот вновь идет вперед. Еще один момент. Дементьев оставляет свою команду в игре. Вновь в ближнем бою, вовремя сократив дистанцию, выручает он свою команду. В обороне сейчас непорядок, да, у бело-голубых. Понятное дело, что нужно идти вперед большими силами. И приходится таким образом оголять тылы. Ну уж совсем-то бросать, играть сзади точно не надо, да. Иначе можно и четвертый гол так получить и совсем остаться без шансов на спасение этого матча. Здесь уже и ничья, наверное, это будет не самым плохим результатом. Это не пас назад. Здесь я полностью согласен с главным арбитром. Вбивал мяч защитник динамовцев из-под ноги у соперника. Это Александр Овешников вроде бы был. Сохраняет мяч Овешников. Неточная передача отдает. И вот контратака 2 в 3 она развивается. Здесь и слева еще подключение идет у бело-голубых. Дроздов. Передача штрафную. Сумароков ставит под удар. И в итоге не заканчивается дело ничем. Там уже тяжело было Барзык, да, буквально с линии пробивать с нулевого угла. Но, тем не менее, атака могла быть хорошей. А теперь Аэрофлот еще и поверил в себя. Ох, какой момент мог возникнуть. До удара дело не дошло. Там Буликулову пришлось чуть возвращаться назад. Александров направо катит. И дальний выстрел. Дементьев. Второй попытки фиксирует этот сложный выстрел. Но в итоге там, правда, на подборе никого из соперников не было. Поэтому опасности как таковой все-таки и не возникло. Заключительная 10-минутка встречи. Эншпиль, так называемый, возвращается Папин Казарян на поле. Немножко дали ему передохнуть, чтобы на концовочку сил хватило у страйкера «Динамо». Два забил он уже сегодня, но этого оказывается мало. Нужно совершать подвиг, нужно забивать еще один, а желательно и два гола. Но Аэрофлот сейчас, конечно же, грудью на амбразуру, что называется, будет ложиться, чтобы удержать этот результат. И если так и закончится этот матч, то тогда на шестое место летчики по итогам этого игрового уикенда поднимутся. Ну а до этого еще 10, уже чуть меньше, да, минут, но, возможно, что-то арбитр своим сегодняшним командам и компенсирует. Дальний удар. Дементьев на месте. Переводит мяч за боковую. Вот такой мощный получился выстрел. Дементьев на месте, да. Много работы сегодня у голкипера динамовцев. Думаю, что хотелось бы ему, чтобы вообще по минимуму пришлось сегодня участвовать в этом противостоянии. Но нет, помимо трех пропущенных мячи, еще парочку, может быть, даже и тройку верных шансов он у своих соперников отобрал. Как и Глейкин. К слову, самый запоминающийся его сейв, конечно, был в самом дебюте поединка. Но и затем достаточно надежно он действовал на линии и в итоге является одним из героев сегодняшнего матча, несомненно. Атакует «Динамо». Казарян сохраняет мяч. И вот уже удар пятки в исполнении Андрея Тынянова. Но мимо створа прошел мяч. Время потихонечку так утекает у бело-голубых. И получается, они близки уже к своей 8-й неудаче в нынешнем сезоне. Достаточно много потерь у Антона Тимофеева за половину чемпионата. Вот еще момент. И здесь уже защитники Аэрофлота помогают своему вратарю. Настоящее чудо. Буквально с ленточки там выносит кто-то из защитников Аэрофлота мяч. Голевейший момент, по-другому и не скажешь. Еще свисток. Вновь нарушение правил фиксирует рефери.
никто и не спорит. Быстро разыгрывают мяч динамовцы. Но спешка ни к чему хорошему в этом эпизоде не приводит. Более того, еще в численном большинстве атаковали летчики, но не стали они как-то форсировать события, чуть-чуть придержали темп, и в итоге... В итоге все закончилось неточной передачей. Но не это сейчас важно. Можно вернуться в оборону. Вот что во главе угла стоит сейчас у Аэрофлота. Чтобы удержать победный результат, Орлов катит направо. Сумароков. И здорово Крохин борется. И выбивает мяч за боковую. Аут будет. Сумароков готовится далеко бросать мяч в штрафную. Здесь Орлов пришел на помощь своему более молодому партнеру. Сумароков. Подача совершенно безадресна. Здесь никто не будет, конечно, атаковать Чижикова. Тут может снова начинать наступление своей команды. Забрасывая туда мяч к угловому флажку. Неплохо, но... Недостаточно умно, чтобы вскрыть массированную оборону соперника. Новая волна атаки. С левого фланга. Неточная передача. Булякулов. Потеря, да? Быстро возвращает себе мяч Динамо. Казарян. Пытался там проткнуть... мяч мимо соперника, который буквально навис на нем. И именно поэтому главный арбитр встречи назначает штрафной. Эта позиция, безусловно, для Ильи Чижикова, для левоногого футболиста. Быстро разыгрывают мяч динамовцы. Перехитрили всех бело-голубые. Но Кирилл Орлов не сумел обострить так, чтобы дело голевым моментом завершилось. Подача от угла поля также не приносит дивидендов. А затем еще и Булякулов прострел прерывает, но протыкает мяч Орлов. И вновь до удара дело не доходит. Будет только аут. 4 минуты остается до завершения этого матча. И дело так попахивает сенсацией. Особенно с учетом того, как развивалась эта встреча, как развивались события в этом поединке. Аэрофлот, который в начале этого календарного года не сумел собраться на игру против Штурма и в итоге получил техническое поражение. В итоге сейчас близок к тому, чтобы обыграть динамовцев в очном споре за шестую позицию в турнирной таблице в этом году. Несмотря на то, что в определенных отдельных поединках, например, против того же Гефеста, удавалось летчикам навязать борьбу, очки у команд, располагающихся выше них, они еще не набирали в этом чемпионате. Да? Выиграв сейчас, по факту получится так, что Аэрофлот обойдет динамовцев в таблице, и получится, что тенденция продолжится. Но все мы прекрасно понимаем, что все-таки Динамо — это коллектив, который стабильно играет в Еврокубках, которые в прошлом году выиграли бронзовые медали чемпионата. Поэтому победить у них, конечно же, это такой приятный допинг, да, для команды Аэрофлота, который сейчас на самом деле показывает такой близкий к идеальному матчу. Опять-таки... Я имею в виду, как команда Игоря Кривошеева отреагировала на два пропущенных гола в первом тайме и в итоге близка к камбэку ценой в 3 очка. 2 минуты у нас остается до окончания этого матча. Замены у Аэрофлота. Это уже, понятное дело, такие тренерские небольшие ходы, чтобы немножко время потянуть. Возможно, еще сразу же в следующей паузе еще одна перестановка случится. Такое достаточно часто в ЛФЛ бывает.
Ну а пока Динамо идет в атаку. Падение. И удар от ворот назначает арбитр. Опять-таки, я не буду сейчас никакие вердикты решению арбитра говорить в прямом эфире без просмотра повтора. Вы это прекрасно можете сделать сами, чуть-чуть перемотав нашу трансляцию назад. Но момент у Антона Епихина был достаточно неплохой. Здесь уже и страсти немножко закипают у Малатова с Орловым. Ну, капитана Динамосов понять можно, да. Орлов — это футболист до мозга костей, который любую неудачу команды воспринимает как свою личную. И понятное дело, что очередная неудача, которых уже достаточно много было в этом году, рушит все планы бело-голубых на этот сезон. Овешников зарабатывает штрафной на исходе основного времени матча. Андрей Тыняный нарушил правила в центре поля. Ну и Марсель Буликулов покидает зеленый прямоугольничек. И специально под этот стандарт Евгений Кулаков отправляется к мячу. Хотя, похоже, бить сам он не собирается. Удар. Мяч попадает в единственного стоящего в стенке Андрея Тынянова. Орлов. Контратака. Возможно, последняя, да, в этом матче могла бы возникнуть у бело-голубых. Но потеря Вешников здесь пытается навязать борьбу Кириллу Сумарокову. В итоге мяч остается у динамовцев. И последнюю атаку, возможно, опять-таки повторюсь, не знаю я, сколько главный арбитр встречи компенсировал командам удар. И чуть выше перекладины проходит мяч. Максим Гликин показывает, что не трогал он мяча в этом эпизоде. И все. Ровно на этой ноте главный арбитр встречи Алексей Копылов дает свисток, сигнализирующий о том, что в поединке 17-го тура высшего дивизиона Аэрофлот побеждает Динамо и обходит своего соперника в турнирной таблице. Вместе с вами за ходом этого противостояния следил Никита Лаврентьев. Надеюсь, что не мешал вам наслаждаться футболом. На этой ноте будем прощаться, друзья. Встретимся на полях Северной лиги и до свидания.